Привет, дорогие друзья. У нас уже утро вторника. Оксана у меня сидит на дистанционном обучении. Потом Ваня у меня приболел. Поэтому он у меня дома находится. И также их группу посадили на карантин. Ну, до 16 числа. Так как детки болеют. Так, это... Я собрала чистую одежду, складываю Ваня с Мариной по шкафам. Егор у меня до 9 на карантине. Короче, у меня половина детей дома. Это Оксана и Ваня дома сидят. Егор, да. Вот костюм, помните, с Василька заказывал? Там темно тогда, ребят, но вот. Ваньке очень он нравится. Кофта. После стирки все. Чистенькое прибираю. Так, наоборот, вот так вот. Приберем. Да. У меня волосы побелели. А что они у меня побелели? И Машина кофта, которая с тики-тека. Сейчас с Оксаной будем опять садиться за уроки. У нас уже день. Печки везде топятся. Будем с ней садиться за уроки. Ладно, всем хорошего дня. А Ванюшка, что ты хнычешь? Что ты хнычешь, сыночка? Кого надо? Булочку другую? Ну, сейчас тесто поставим. Мы с тобой булочек много настряпаем, да? Настряпаем булочек? А что ты хнычешь? Ой, такой вот, вон у нас сейчас болеет. Так он у нас такой плакса, да, сыночка? Ну, все, не плачь. Не плачь, моя солнышко. Укрывайся тек пледиком. У нас на улице стало потеплее. Ну, минус 15. Было минус 18, минус 20. Стало минус 15. Дорогие друзья, спасибо, кто подписался на Иринин канал. Я очень вам благодарна. Давайте Ирине поможем набрать 1000 подписчиков, чтобы она включила монетизацию и набрать часы. Если кто может, то, пожалуйста, помогите. Будем Ирине помогать набирать часы. Ей тоже хоть какая-то будет копейка в помощь, так как она многодетная мама. Я за всех многодетных мама прошу разом. Ладно, пошла я на почту. Там пришел любимый Василек. Заберу его и завтра постараюсь, когда ребятишек дома не будет, заснять обзор. Если интересно, то пойдемте со мной. Тайсон, привет! Тайсон! Тайсон! Ой, какой наш Тайсон! Снег, снег идет опять. Ладно, идем на почту. Бровки такие уже все высокие. Ладно, пошлите. Всем доброе утро. Ну, у кого доброе, у нас не очень. Пришлось Марину с садика. Да, Марину забирать? Потому что ее вырвало. В садике вдруг ни с того, ни с сего. Сейчас вот забираем ребенка. Давай, давай, одевайся. И обратно домой поедем. Привела, называется, на полчасика в садик. Давай, одевайся, на автобусе домой поедем сейчас. Ой, Господи. Ладно, всем хорошего дня и хорошего настроения. Да. А, кстати, просили показать поделки детские. Пока Марина одевается, покажу. Тут они снеговиков делают. Давай, давай, одевайся. Тут снеговиков. А елочку мы, которую сплели, уже отдали. В садик на выставку. Да, Марина? Давай, одевайся. Ладно, всем хорошего дня. Всем еще раз доброе утро. Мариночка легла, лежит. Я сегодня у нее забрала с садика сандали. Видите, сандали хорошие. У нее еще даже новые этики. Но, видите, что? Хочу сейчас клеем подклеить и на прищепку. И вот так вот, чтобы оно это зажало. Тут я резиночки всегда пришиваю, потому что липучки ей не нравятся. Всегда сразу перешиваем на липучки, на резиночки. Приклеиваю моментом кристалл. Что сегодня с Мариной такое было, так и непонятно. Она вон сейчас нормально пришла домой, уже и поела.
Так и не знаем, что с ней такое было. И сейчас на прищепке мы этот сандаль зафигачим. Так вот, прищепочками. Раз. Чё, Марина? Да я знаю, что ты наблевала. Так что теперь? Чё тебя сегодня вырвало в садике? С какого перепуга? И вот так вот. Я оставлю в таком состоянии. Так. Сейчас тряпочкой кухонной тут немножко клей подберем. Чересчур клея много насобачила. А второй у него нормальный сандалик. Ну, тут чуть-чуть буквально сейчас так вот подпихнем туда клей. Второй нормальный у него сандалик. И все, и так сейчас положу на печку, пускай сходит рогатка. Я себе кофе вообще-то пришла сделать. Пускай пока здесь лежит. Так, тут клей надо подобрать тоже весь остатки, чтобы мне это потом некрасиво будет эту. Вот так вот и все. И пускай лежит на печке, сохнет. Я сейчас себе кофе хочу сделать. Попить кофе. У нас время 9 утра. Сейчас буду Катюшу будить, ей скоро в школу ехать. Оксана у меня на дистанционном. Ваня у меня на карантине. Егор у меня на дистанционном. Ходят в школу только Маша, Света и Катя. Все. Сейчас еще и Марина, скорее всего, будет на карантине у меня сидеть. Вот смотрите, ребята, 4 месяца они у меня сидели дома. Все нормально, ни разу не болели. 2 недели сходили в садик и заболели. Что один, что второй. Вот и получается. Вот такие вот дела у нас. Василиса у меня на печке сейчас сидит, греется. Замерзла, бедолага. По поводу одежды. Мне написали на кошку. Настя, возьми старой одежды, шей кошке одежду. У нее есть кофта. Она ее постоянно снимает. Она не любит у нас одежду. Вот хоть вы что делаете, но вот не любит она ее и все. Да, Василиса? Василис? Что это, моя хорошая? Не любишь кофты? Вредные. Я ей уже делала, но она их снимает, она их не любит. Она тем более в дырку у нас под пол ходит в туалет на улицу, ну, в землю туда. Поэтому она как-то еще в подпол умудряется, когда слазит, снимает. Мне сегодня еще надо шапку Маринину сделать. Я постирала Маринину шапочку. Ай, ё-моё, развязать теперь не могу. И надо сделать вот эти вот, нормально переделать. И помпошку обратно приделать. Я когда стираю, помпошку снимаю. Вот, постирала ее на шапку. Это в том году я ей покупала Марине. Постирала ее. Надо вот теперь сделать эти нормально. Они вот так вот. И помпошку обратно приделать. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего утра, всем хорошего дня. У нас день. Ваня замерз, да, кофту одел? А что капюшон-то одел? Топим печку. Ну, у нас время без 10-12. Печку топим и поставила. Хочу суп молочный еще сварить. И печку топим. Да, а Марина с Оксаной лежат в телефоне, там что-то смотрят. Да, Ваня решил даже ноги укрыть одеялом. Просто так там птичка. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего дня. Что? Хорошо. Дом, по идее, тепло, но дети говорят, что холодно, поэтому мама печку затопила. Хотя дома хорошо. Ай, шторка что-то опять не нравится, как сделан. Да, ребят, я сюда заказала новые шторы. А эти потом мы с вами перевесим на кухню.
Я тут печку просто открыла и сижу перед печкой, смотрю за ней. Когда я так делаю, я так это... Так быстрее комната нагревается. Что? Ну? Вот такие вот дела. Егора у меня уроки делает. Скоро с Оксаной уроки делать будем. Сейчас суп сварю, потом с Оксаной будем уроки делать. Вот такие вот дела. Марина сегодня у меня... Иди сюда. Сначала вырвала в садике. Что тебе сегодня в садике ты вырвала? Просто. Просто? И довольно счастливая такая, что дома осталась, да, коза? Ладно, иди. Так что вот так вот. Там Ваня играет, ну. Сейчас. Тебе не холодно? Нет. Нет. А Ваня почему-то мерзнет. Ой, чудо. Марина уже поделку унесла в садик. Елочку. Еще надо новогоднюю игрушку сделать. Мама, за котика сделать. Сделаем мы тебе котика сделаем. И тебе надо тоже. Тебе пироженку надо сделать, мороженку. Мама почти мороженку Ваня довышивала уже. Сижу от печку караулю. Чтоб угольки, не дай бог, не это. Так просто теплее, быстрее тепло становится. Мама, вот сижу. Да. Ладно, мои хорошие. Всем хорошего дня.